Всем привет, с вами я, Ваня Топов, и со мной Дима. Привет! Всем привет, а я Паша. И папаша. Сегодня мы будем играть. Издевайтесь. Ладно, Ваня, пойдем на порт, и ты будешь маньяком. Я буду. Я пошел в лес, ну ладно. Ну, немного на порту, я реально давно там не играл. Может, мы рулетку покрутим? Дима, ты куда выбежал? Или, Ваня, ты хочешь быть маньяком, Ваня? Да. Ну ладно, тогда нажимай вот те две левые кнопки. Я забыл. Я забыл. Ваня, положи стекло обратно. Ваня, пожалуйста, нажми вот на эти две левые кнопки. Я иду искать. Ну ладно. А у тебя ники выключены? Раз, два, да, три, вот четыре, вот. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, я иду это искать. Это было сильно медленно, согласен. Пять, блин, я что-то пять мили в секунду. Помнишь просто, как мы пытались человеку просто всеми силами намекнуть, что здесь кнопка? Да. Мы просто вот ходили, мы об нее головой долбились. Это кто был там, Павленок? Вроде бы. Либо Веллер. Капеллер. И Валер. Пошли, мне кажется, я там нашел им баночку. Тут как-то можно за карту выбраться, я помню. Да. А, вот тут можно пропаркурить. Точно, надо паркурить. А нет, там невидимые блоки. Да? А пошли сюда? В мою нычку, которая технологическая, в отличие от других. А, давай. Которая просто рычаг стоящий. В которой можно умереть за пару секунд. Не, отсюда легко выйти вообще. Так, да. Давай заходи. Если он откроет, то мы просто легко можем выйти. Если у нас достаточно хорошая реакция. А, блин, у него же не крестик. Что ты понимал, если у человека не крестик, это все, это имба. От него не вернуться просто. Мань, мы в той ход... Вот, да. Ну, а я на шифте. А я вообще не побежал, кстати. Ваня, хочешь быть еще убийцей? Да, я люблю убивать. Я помню просто, вот я помню Побленка, который вот так бежит, просто до полной уверенности и с прыжком у маньяка вот такой. И причем так два или три раза подряд было просто. Так, подписчики, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал и на эту какашку. Они все поймут. Они поймут, на что подписываться. Искать раб. И ютуб. А, не знаю, что... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, я иду искать. Как поздно ты начал считать, слушай, иди ко мне. А вот тут я, ну вот ваш. Все, он ушел. Все, контролем отлично. Так без проблем. Какой ты арбуз? Он в сундуке лежал. А кто его туда положил? Я не знаю, Побленок, наверное. Тогда вопрос. Сколько этот арбуз здесь лежал, если его положил Побленок? Достаточно долго, я думаю. Ваня, давай договоримся. А, да, ну, Дима. Я хотел сказать, что ты в каюте. Давай столкнем его. Я пошел. Ой, все, он нас перегнул. Ты видел это? Да, я видел это. Я тут стоял под водой и просто смотрел на это. Я даже не уплывал, а просто стоял и смотрел на это. Подожди, а может... Ой, я хотел сказать, а может с той стороны можно за карту выйти? Там есть кое-что. А, вон вы где бегаете, я вас под воду ищу. Ты думал, до сих пор чисто под водой плаваю с ним? Да. Ладно. Вы где вы за карту? Ты ведь помнишь, да, за карту мог? Да, я помню, я был за этим. Ты Ваня видишь? Нет. У меня с эдерами под водой так шикарно видно. Пока что не хочу вообще. Вот у вас под водой хорошо видно? Я вижу от... Вот вообще, в принципе. Я вижу от начала вот этого воды до конца.
Но эти позолы вообще видно идеально. Дима, а как на нее выбраться? Ой, там кто-то под мостиком плавал. А, это Ваня. А, нет, это ты. А, за тобой Ваня. Я не знаю. Я пытаюсь уйти, все. А давай я буду просто люк закрывать. Ваня, как ты зайдешь? Да, погоди, уже это фикси. Вот. Что? То, что за карту. Я не помню. Ваня умирает, задыхаясь. А он не может умереть, у него неуязвимость жесткая. Да. А он где? Он где-то в блоках просто. Он влился воедино со стеной. Маня, ты где? Я не знаю. Ну, если влился, значит так надо. Не, он реально просто вошел в стену как-то, я не понимаю. Нет. Я сюда пошел, Дима, если что... Давай, давай, я к тебе, подожди, давай. Да. Если что, готов убегать. Да. Давай, 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 давай. А ты где? А, нет, я тебя не знаю. Дима, Дима, отойди. Я поставлю кое-что. Идеально. Да не-не-не, шучу. Я хочу попробовать выбежать от кругляшка. Вань, ты где? Скажи нам просто, может мы тебя на старт телепортируем? Давай. Если ты где-нибудь в блоке просто. Я в блоках. Круто, Дима, как мы Я буду считать до 10 снова. Окей. Примерно под нами, наверное, сейчас где-то спам, да? Я могу вот отсюда написать просто пониже. Так. А может там типа 2004-2000? Может у нас такие корды были? Просто мы лучше не придумывали никогда. Ну давайте. Какие 4? Ну, давайте. 20 блоков мы же ставили. Там. Ну, так что мы на 20. Ань, подожди. 2000. Погоди ты. 2015-2000. Вот так. Уверен. Чего, Ваня, где-то? Сейчас. Два, три, да беги уже, четыре, мы все равно в мышке. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, я его топор. Ой, я был ломан. Я был правда под булыжником. Кстати, сейчас предлажу. Да ладно, все. То есть, интересный факт, поршни очень легко ломаются рукой. Типа, для поршней не нужна кирка. Да, я уже заметил. Они как слизь. Ваня, мы там, где рычаг. Думаю, это будет 5 спасателей. Ты готов? Да. Я тоже. Я уже готов. Ты не можешь бежать в стену, я расстрою. Блин, значит, я пока что еще не выиграю. Давай ты первый пойдешь. Не, давай ты первый. Я вас попробую. Я не вспомнил, что в прошлый раз я первый бежал. Я вспомнил, как это закончилось. У тебя скин чемпиона какого-то, поэтому бежишь и... На. Давай поменяю, я что, я спину слабо, что ли? А, стой, я обвинился. Я выбежу. Я тоже. Тут забор сломан, это нормально? Это я сломал. Ой. Ваня сломал нам забор, Дима, что будем делать? Есть здесь? Да, есть. Так, реально, там невидимые блоки. Ваня, за мной бежишь? Я тут дышку нашел одну новую. А я пойду чинить забор, потому что Ваня как волк, и ты его сломал. Это не новая, я ее помню. Ну, новая просто. Ваня, зачем ты забор сломал? Чтобы побыстрее было вас догнать. Ну, конечно, нечестно. А ты был? Да опять в воду упал. Ну, как так-то, Дима? Как ты упал? А. А я чисто так летаю, смотрю. А ты где, Дима? Сейчас смотри, будет их тайки мув. Я еще в аниме, как пойти, может, пойти. Что ты не плывешь-то? Там полуфорт, ты не можешь. Так он не плывет. Ваня, ты там тоже стоял, но очень долго там не был. Он уже один не был. Блин, вот если бы сейчас я не поставил бот, то было бы просто... Что, погнали в лес? Да погнали. Ваня, нажми на две правых кнопки. Пойдем на другую карту маяка. Вот на эти две кнопки нажми, чтобы честно было. Не успел тебя ударить. Ваня, хочешь быть одним из первых, кто поиграет в маньяком в лесу?
Откуда ты такой скин взял? Просто взял, возьми меч и нажми вот на эту кнопку. Подожди, у меня нету меча. Блин, а почему у нас реально ничего не попадает, ты заметил? Паша, ты молодец, ты убрал тут остров. Да. Я тут уже думал, что скоро не его публиковать будем. Так, давайте мне меч. Вот так сделать? Я нигде блоки-то убрал. Давайте мне меч. Да. Сейчас, Ваня, подожди. Нам реально ничего не дропается, но я, кстати, походу вспомнил, почему это я сейчас сделал. Держи свой меч. Кстати, это единственная карта, которую мы не забросили. И вот на эту правую нажму. Получилось как-то? Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это нормальное место в этой карте. Да подожди, Ваня, ты не досчитал. Я досчитал. А что меня било? Хороший вопрос. Я просто смотрю, я думал, тут уже Ваня, честно говоря. Чтобы ты понимал, я стою вот здесь, и он сейчас просто выходит и пробегает мимо, смотря на меня просто. Я нашел нычку новую. Кстати, выхода за карту, он есть, но он не такой, как был. Он теперь чуть-чуть более зигзаги, типа. Я пойду, пожалуй, туда, кстати. Там теперь зигзаги, чтобы нельзя было там просто пробегать насквозь, типа, чтобы ты там замедлялся слегка. Зачем ты это сделал? Не ломай паутину, Ваня. Паутину сломал и забрался. Ваня, ставь обратно паутину. А мне она... ставь паутину обратно. Реально, не ломай карту, пожалуйста. Ладно. Какую изыть? Там, которая вон другой. Сейчас я скоро закончу видео. Вот. На вы. Погнали! Дима, погнали его за карту? А где это? А здесь же. Но здесь же просто оно зигзагами теперь слегка. А меня Ваня поймал. Сейчас будет 300 IQ мув. Переходи к Диму, отлетай тут. Да, ну уже Ваня покажу. Я его телепортировал кнопкой! И, честно говоря, это не то, что я планировал, но сработало же. Он за мной идет, да? Я не знаю, где он. Я просто вижу, такой Стив просто идет за мной. А, да, он с тобой идет. Я заметил. Он меня чуть не убил, потому что... Погоди, меня сказал, да. Да, очень. Забраться. Да как так-то? Паркур мастер. Тупик. Так нет, ты мог забраться вот сюда и на деревья, и потом по нему. Ну пофигу. Он мог сейчас сделать там уже. Оп, сейчас 300 IQ мог. Да, Дима, что ты сделал? Что ты сделал? Я прямо к нему просто вышел. Мега 300 IQ мог. Я нажал на ту самую. А, ты этот хотел его толкнуть. Да. Я, кстати, на другую кнопочку нажал. Зачем эта кнопка здесь тень? Я сказал, если хочу дернай. Если кто-нибудь будет идти, просто реально все кнопки прокликивать. Давай, я. Паша. Я нажму обязательно. Ваня, если что, я вообще-то выжил. Паша, ты знаешь, что произошло? Ой. Да. Паша прыгнул, а он был под... Он был сверху кнопки, и я нажал на нее. Тогда. Ну, Вань, ты меня догонять-то не будешь, я не разбился. А, тут! Я Дима разбился. А. Я-то живой до сих пор хожу. Где ты ходишь живой, вот интересно. Не знаю, но Ваня меня увидел. В смысле? Да, кстати, да. Это школа? Мы же договорились с тобой, школа, типа. Я забыл, это просто большое здание для меня. А, вы... Самое гениальное место в мире. Че ты? И ты серьезно меня потерял? Меня даже Ваня не потерял. Так вот, я вообще...
Я вообще не в школе, я выхожу за карту, бегу. А, да? Да. Так, тут какие-то зигзаги, я сам их не помню, правда, вот в этом проблема. А, все. Где ты? А. Я за карту. Ну-ка, погоди. Чтобы чуть-чуть поменять. Стой, теперь мне найти выход надо, да? Из этих зигзагов. Да как так-то, а? Я, кстати, думал, что это слизень. Я вот сейчас там стоял, такой, что это слизень? Как вы это сделали? Ты ее сломал, да? Как вы это сделали, а? Там дырка есть. Дырка? Ну, давай не выходить за карту. А? Давай не выходить за карту. Давай, только у меня еды и голода нет. Кстати, отсюда бы очень быстро добежать до... О, слушай, а если я отсюда сбегу и до порта дойду просто? Там вон это... Мини... Я сейчас другую карту, да? Да. Там вон... Ну, Паша! Маньяка. Что, Ваня, я отсюда выбраться уже не могу. Отсюда нету выхода. Ты пахнись! Вау, какая красивая луна! Блядь, забезись на эти деревья и просто уходи в дырку. Я прямо в дырке стою. Внучка всегда здесь была, и ты через него уже выходил. Нет. Давай, короче, все, я убил. Так я и так умер вообще-то. Да зачем меня второй раз убил? Нажимай опять на эффекты. Че, Ваня, ты у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Подожди, Ваня, Дима еще не пришел. Я вообще даже на Ване еще не приключился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 10. Все, начинай считать сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выхожу на охоту. Просто Ваня идет меня убивать, я стою собирать цветочки. На мою могилку? Нет. Ты узнаешь зачем. Ваня может Диму, может Диму. А я не знаю, где он. Я слышал, что он кликал на кнопку. Подожди, я вообще-то два острова уже тут. А вот тут. Ты что, на нижнем ярусе? А, блин, точно. Это же мне, а не... Не говорит, что обо мне. А Ваня тут, что ли? Вань, там Дима на этой... Не говори! Он нашел все равно его. А я сейчас сделаю кое-что прикольное. Ваня, стой! Ты вообще где? Давай, стой, стой, реально, 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 давай, не, реально! Реально, подожди. Блин, давай убегу, да. Не, он меня уже убил. Подожди, тут должны были салюты пойти. Я то, что 10 цветочков туда закинул. А, Ваня, я закинул 10 разных цветочков. О-о-о. Я сломал гостиницу. Ваня. Где сюда? Ах-ах-ах-ах-ах. Где Дима еще? Кстати, Ваня, тебя не бил, когда я пытался найти это. Чат, у меня же кнопки невидимые. Ну, поэтому я, мне кажется, я тебя неплохо так избил. Так я же бессмертный. Подожди. А почему выбрасывать это все не нужно? А потому что тут все забилось, черт. Как думаешь, Ваня до меня допрыгнет? Наверное. Да как ты это сделал? А, вот это не положено. Так. У Димы, у меня гениальная идея. Просто ты, идея? Ты не знаешь, что такое гениальная идея. Она опять упала. А, нет. Ты не знаешь, что такое гениальная идея, я думаю. Я сейчас положу фейерверки, чтобы запустить фейерверки. Ну, крутой. Дима, так нечестно, ты ск... Кидай фейерверки. Подожди. Они прям около меня притыкали. Не, сейчас я это пытался другое сделать чуть-чуть. Честно говоря. Сейчас я пытался просто заменить чуть-чуть фейерверки, чтобы их было больше. Ну ты издеваешься, Дима, там нечестно. Почему нечестно? Ваня, он туда не залетел, туда Лена можно легко пройти. Ну, я просто сейчас... Ну да, сейчас я запущу. Подожди. Я уберу все лишнее.
Всем пока-пока.